сейчас глубоко расслабиться и уснуть. Эта медитация поможет вам достигнуть этой цели. Займите удобное положение и настройтесь на постепенный переход в глубокий и крепкий сон. Для усиления и расширения эффекта от данной практики попробуйте полный антистресс-курс медитации Александра Барановского. Хорошо, а сейчас закройте глаза и займите еще более удобное положение тела. И постарайтесь сохранять неподвижность всего тела по мере того, как вы будете постепенно входить в приятное сонливое состояние. Постепенно мой голос и фоновые звуки будут затихать, плавно перенося вас в глубокий сон. Не пытайтесь запомнить то, что я буду говорить, а просто слушайте мой голос. Все процессы бессознательных изменений продолжат оказывать на вас свое благотворное влияние еще долгое время. Позволяйте вашему подсознанию изнутри помогать вам расслабляться и отпускать все проблемы и заботы. Все внимание только здесь и сейчас. Хорошо. Позвольте себе дышать глубоко и спокойно. При этом немного удлиняйте выдох, продлевайте его. Начните сейчас дышать нижней частью живота. Сделайте несколько очень глубоких вдохов и более продолжительных выдохов. Небольшими задержками дыхания. И почувствуйте, как с каждым выдохом ваше тело начинает расслабляться все глубже и глубже. Хорошо. И просто сфокусируйтесь на своем дыхании. Наблюдайте, как воздух входит в вас на вдохе, заполняет легкие и выходит на выдохе, унося все напряжение. Когда мы расслаблены, энергия в теле начинает протекать свободно, легко и естественно, помогая всем нашим внутренним органам работать все лучше, выравнивая наше душевное состояние, улучшая его, повышая вибрации тела.
усилий, чтобы подумать о чем-либо или вовсе остановить внутренний диалог. Отпустите все беспокойство, которое привязывает вас к будущему или прошлому, и почувствуйте, как ваше дыхание напоминает вам, что вы живы. Это истинное чудо – быть живым здесь и сейчас. С каждым моим словом ваше состояние расслабления и покоя удваивается. Пока в какой-то момент ваше тело и сознание перейдут в приятный, уютный сон. Вы можете уснуть или просто отключиться уже через 5 минут или 10, неважно. Важно то, что по мере того, как мой голос будет затихать и отдаляться, вы плавно переместитесь в абсолютный покой и крепкий сон. И сможете хорошо выспаться, даже если сон будет коротким. И сейчас мы начнем расслабляться сверху вниз, так как когда расслабляется верхняя часть тела, расслабляется и нижняя. Каждый ваш выдох, каждое мое слово расслабляет вас в 2 раза глубже, чем до этого. Хорошо. Начните расслаблять вашу макушку головы. Позвольте чувству расслабления постепенно растекаться вниз, расслабляя мышцы лица. Челюсть, язык. Почувствуйте вес языка и постарайтесь заметить, что меняется, когда вы чувствуете вес языка. Расслабляется челюсть. Она может слегка отвиснуть, как у спящего человека. Глаза наливаются тяжестью и расслаблением. Расслабьте мышцы век до такой степени, чтобы они не смогли подняться. Конечно, если вы уберете расслабление, они мгновенно поднимутся, но это не то, что вам сейчас нужно. Попробуйте открыть глаза, зная, что они не открываются. И чем сильнее вы пытаетесь их открыть, тем сильнее они расслабляются. Если глаза все же открылись, значит, направьте еще больше расслабления в свои веки и повторите попытку, ощущая себя при этом в полной безопасности. Хорошо. Тело становится еще более тяжелым и неподвижным. Тело отдыхает. Сознание отдыхает. Вам хорошо и комфортно сейчас. Тело восстанавливается. Нервная система становится сильной и гибкой. Нервная система восстанавливается полностью, с той скоростью, с которой это возможно. Расслабляются мышцы шеи, плеч. Вам становится легко и свободно.
расслабляются левая и правая рука до самых кончиков пальцев. Все идет так, как и должно идти. Мягкие волны расслабления растекаются сверху вниз. С каждым выдохом очень хорошо. И когда голова, шея и руки расслаблены, можно расслабить грудь и живот. Все мышечные зажимы в теле полностью уходят, позволяя вам расслабиться еще более тотально. Расслабляются все мышцы спины. Становится еще более комфортно и приятно. Расслабляются бедра, правая и левая нога до самых кончиков пальцев ног. Расслабляется каждый палец на левой и правой ноге. Ощутите все ваше тело, все его пространство и объем в пространстве. Обратите внимание на цвет расслабления вашего тела. Если бы у чувства расслабления был цвет, то какой цвет расслабления у вас? Хорошо. И позвольте этому цвету стать еще более насыщенным во всем вашем теле, в каждой вашей клеточке. У вас может всплыть какая-то ситуация из жизни, где вы испытывали подобное состояние покоя. Можете даже мысленно перенестись в этот момент вашей жизни, когда все тело было максимально спокойным и расслабленным. Посмотрите, где вы и что вокруг вас, какие звуки вы там слышите. И по мере того, как вы испытываете эти приятные ощущения, вам может показаться, что вы засыпаете или даже уснули. И пока вы слушаете мой голос, вы способны максимально глубоко ощущать свое тело и отпускать все излишнее напряжение. Сейчас я начну говорить слова, которые начнут медленно заполнять ваше тело, сознание и подсознание. Позвольте моему голосу стать вашим. Разрешите вибрациям спокойствия и умиротворения заполнить каждую клеточку вашего тела. Я в безопасности. Я с легкостью освобождаюсь от переживаний прошедшего дня и погружаюсь в спокойные глубокие.
сон, зная, что завтра все будет легко и естественно. Во сне я позволяю восстановить свои силы, наполняясь мощной жизненной энергией и здоровьем. Я люблю себя и одобряю все свои действия. Я доверяю процессу жизни и погружаюсь в сон, зная, что завтра Вселенная позаботится обо мне. Вселенная любит меня, и я нужен и нужна этому миру. Я доверяю Вселенной и процессу жизни. Мой разум спокоен и расслаблен, а вокруг меня царит покой, и я спокойно и я говорю. Я отпускаю все мысли и переживания и просто фокусируюсь на своем дыхании, позволяя себе плавно перетекать в глубокий и здоровый сон. Я и мое дыхание едины. Я заслужил этот полноценный отдых. Время останавливается, и я могу с благодарностью и любовью пропустить прошедший день и все, что с ним связано. Во сне я позволяю себе восстановиться и исцелиться. Все идет так, как и должно. Со мной все хорошо, и я позволяю событиям жизни разворачиваться своим путем. Я могу расслабиться и отпустить напряжение и довериться Вселенной, Богу, жизни. Я под защитой. Я есть покой. Я есть любовь. Я перетекаю в сон полноценный. Я наслаждаюсь любыми изменениями, происходящими со мной. Расслабление наполняет меня настолько глубоко, насколько мне сейчас необходимо. Все железы, все органы работают идеально. Я здоров. Мысли ушли, растворились, приятная пустота и равновесие. Вы как бы здесь и не здесь. Возникает состояние отстраненности и наблюдения. Вы ничего не ожидаете, не желаете, а только наблюдаете и наслаждаетесь этим необыкновенным внутренним комфортом. И все глубже и все погружаетесь в это необыкновенное.
удивительное, чудесное, сонливое состояние. Вы как бы сливаетесь с этим волшебным состоянием сна. При этом желание спать нарастает с каждым моим словом. Сонливость усиливается с каждым вдохом. И через несколько мгновений вы услышите счет от 20 до 0. С каждой цифрой, которую вы будете слышать, ваше расслабление и покой будут становиться на все больше и приятнее. С каждой цифрой состояние сонливости будет нарастать. И на цифре 0 оно станет максимально сильным. И вы позволите себе свободно и легко погрузиться в глубокий и приятный сон. Вы будете чувствовать, как повышается ваш уровень расслабления. При этом уровень мысленного и физического напряжения будет понижаться. И на цифре 0 напряжение полностью исчезнет, потому что в нем больше не будет необходимости. И когда вы услышите цифру 0, вы автоматически войдете в прекрасное состояние глубокого и крепкого сна. Очень хорошо. Итак, 20. Расслабляемся глубже. 19. Расслабляемся все больше и больше с каждым выдохом. 18. Чувствуйте себя в безопасности, комфортно и слушайте только мой. При этом замечаете, как сознание начинает как бы уплывать. Хорошо. 17. Расслабляйтесь еще глубже и глубже. Спокойно наблюдайте за тем, как постепенно проваливаетесь в сон. 16. Ваше тело расслаблено, так же, как и мысли, тело может расслабиться еще более полно. 15. Все мысли уходят, проблемы растворяются, исчезают, гаснут. 14. С каждым вдохом становится легко и свободно. 13. Чувствуйте себя спокойно, комфортно и легко. 12. Чем чаще вы будете практиковать данную медитацию, тем быстрее вы засыпаете. 11. Тем быстрее погружаетесь в сон. Сон. Границы тела растворяются. 10. Пустота и покой. Покой и пустота. 9. Состояние сонливости ощущается все сильнее. 8. Очень хорошо. И чем
чем сильнее сопротивляетесь сну, тем еще глубже погружаетесь в это прекрасное целебное состояние. Все растворяется, исчезает, гаснет. Цифре 0 полностью погрузитесь в глубокий целебный сон. 5. С каждым выдохом засыпайте глубже и глубже. Ваше сердце наполняется любовью и радостью. 4. И ваше сознание стремится проникнуть в смысл того, что я сейчас говорю. Время, как ваше подсознание помогает отпустить все и уснуть глубоко, глубоко и без проблем. Исцеляется за время сна и чувствует себя восхитительно. 2. И чем чаще практикуете данную медитацию, тем быстрее засыпаете. С каждым прослушиванием этой записи ваше состояние улучшается. Стремится к гармонии или уже находится в гармоничном балансе. Вам нравится наблюдать за тем, как вы расслабляетесь. И благодаря таким хорошим ощущениям вы погружаетесь в сон все глубже и глубже. И когда эта медитация закончится, вы погрузитесь в сон еще глубже.